Ирина спрашивает. Уважаемый Геннадий Петрович, покажите, пожалуйста, дыхательное упражнение Бхастрика Пранаяма. Как правильно делать? Спасибо. Что я вам покажу? Я вам сейчас покажу, как я это понимаю и как я это делаю. Итак, Бхастрика Пранаяма. Это упражнение представляет собой естественное дыхание, но медленное, глубокое, извлекающее шипящий звук через нос. То есть мы должны дышать через нос. Передняя стенка живота при этом двигается взад и вперед. Однако будьте внимательны, при выдохе живот втягивается, при вдохе становится выпуклым, как футбольный мяч. Вначале можно выполнять это упражнение перед зеркалом. Начинать упражнение лучше всего с выдоха. Начните с 3-4 вдохов и выдохов, производимых с умеренной скоростью. Никогда не делайте это быстро, избегайте переутомления, так как это ослабляет мозг, вызывает головокружение и может даже привести к сумасшествию. При вдохе грудь должна выпячиваться как можно больше, а плечи должны оставаться неподвижными. Грудь выпячивается, а плечи неподвижными. Каждую неделю увеличивайте продолжительность упражнения на 1-2 вдоха-выдоха. За 4 месяца доведите их количество до 108. Таким образом, вы проделаете 324 вдоха-выдоха, выполняя 3 упражнения. После каждого упражнения необходим существенный отдых. Больше чем 324 вдоха-выдоха за 3 попытки выполнять нельзя. Бхастрика Пранаяма – изумительное упражнение. Оно может дать совершенное здоровье и долгую жизнь. Оно оказывает благотворное воздействие на мозг, легкие и желудок, делает ум необыкновенно сильным и заостряет память. Это упражнение является бесценным средством, стимулирующим работу мозга. Оно одно вылечивает полипы, тонзиллит, ушные глазные заболевания, астму, насморк, кашель, а также заболевания сердца. Однако людям со слабым сердцем следует осторожно начинать практику этого упражнения и постепенно увеличивать нагрузку. Упражнение вылечивает несварение желудка и запоры, которые десятилетиями отравляли людям существование, а также грыжу и аппендицит. Выпадение и посадение волос полностью прекращается, к сожалению, я не делал. Морщины исчезают, морщин у меня особо нет, уступая место гладкой и упругой коже. Таково необычное воздействие Бхастрика Пранаяма. Практикуйте ее ежедневно утром и вечером, или же, по крайней мере, один раз в день в хорошо проветриваемом и чистом помещении. Или же на берегу моря или реки, устроившись лицом навстречу дующему воздуху. Через 4-6 месяцев появятся удивительные результаты даже у хронически больных людей. Со временем практикующий это упражнение станет самым счастливым человеком и совершенным йогом. Итак, это упражнение представляет собой естественное дыхание, но медленное и глубокое, извлекающее шипящий звук через нос. Значит, при выдохе живот выпячивается, при вдохе подтягивается. Далее, при вдохе грудь должна выпячиваться как можно больше, а плечи должны оставаться неподвижными. Итак, как я это упражнение понял и как я его делал и делаю. Не сажусь ни в лотос, ни в какую другую асану. Камера сбоку показывает, что у меня тут с животом, как он должен работать. Садимся прямо. Как указано, начинаем делать с выдоха. То есть мы с вами сделаем выдох, дыхание, смотрите, через нос. Я сделаю примерно 3-4 вдоха-выдоха. То есть сначала мы делаем выдох и подтягиваем живот. Старайтесь максимально подтянуть живот, но без каких-то таких слишком сильных, знаете, вакуумов. Итак, выдох. Слышите? Звук через нос. Шипящий. Подтянули. Пошел вдох через нос.
Выдох. Я подтягиваю живот. Вдох. Как футбольный шар, теперь грудная клетка. Плечи остаются неподвижно. Выдох. Подтягиваю живот. То есть все делается плавно. То есть я вам сейчас показал бхастрика пранаяму, как я его понимаю, и продемонстрировал. Дыхание должно быть растянутое, не быстрое. Вдох-выдох через нос, от этого появляется шипящий звук. Как бы воздух сначала идет вниз легких, за счет чего идет давление на диафрагму, и она как футбольный мяч выпячивает наш живот. Далее мы заполняем легкие, они вот так у нас как бы разворачивают грудную клетку. При этом мы не поднимаем плеч, они остаются у нас постоянными. 3-4, лучше всего 4 дыхания, больше не надо. И так потихонечку. Главное регулярно это дыхание практиковать, и у вас все получится. Прекрасный массаж всем органам брюшной полости. Успокаивается ум, ну просто великолепная вещь. В переводе это еще дыхание означает кузнечные меха. Как кузнечные меха наполняются воздухом, потом вдувают воздух в горн, раздувают огонь. Вот так точно и у нас все это идет.